Так, кажется, все работает. Дайте мне, пожалуйста, у меня интернет что-то не включался. Дайте мне знать, есть ли звук и картинка. Есть, да? Значит, заработало. Это хорошо. Давайте тогда. Тогда будем потихонечку начинать. Коврик. Видно, все видно. Я начну с чая. Если есть чай, можно глоточек сделать. И почувствовать вкус. Давайте по канальчикам восприятия пройдемся. Всем доброе утро. На связи Сергей Нежданов. Гимнастика йогов. Утренняя гимнастика. Как правило, я составляю комплексы, ну так, интуитивно. Конечно же, сообразно своему состоянию. Ну, мне так, естественно, идет мой личный отклик, я слушаю его и настраиваюсь на аудиторию. Вот. Мне, в общем-то, не нужно видеть, кто на линии. Я примерно, ну так, вылавливаю из эфира что-то, что позволяет выстроить, ну, вот какой-то комплекс. Но так или иначе, комплексы, ну, и всякие упражнения, и то, с чего мы, то, что мы делаем, будут состоять из обязательных, на мой взгляд, обязательных ежедневных каких-то ритуалов. Ну, например, с улыбки, да? Проснулись, улыбнулись миру. Увидели свои руки, почувствовали руки, увидели ноги, почувствовали ноги, плечи, глаза, уши. То есть уже большая, большая удача, что мы просыпаемся живыми в теле, можем действовать, можем чувствовать, осознавать. Это уже не может вызвать такого восхищения, улыбки и хорошего уже настроения. Вот. Даже если это будильник, который там вставай, вставай. Но по поводу раннего подъема, помните, да? Ранний отбой, он является основным, один из критериев легкого такого раннего подъема и радостного. Давайте. Еще раз, если есть чай или представим, что есть во рту что-то вкусненькое, вкусовые рецепторы, может быть, кто-то зубную пасту еще чувствует, кто-то, может быть, что-то уже перекусил, там легенькое. Теперь почувствуйте запахи. Просто мы сейчас пройдемся по каналам восприятия, по тому, как мы воспринимаем мир. Очень важно вкус и запах для выживания изначально, для выживания вида, для того, чтобы определить, вредно, не вредно, там, смертельно, не смертельно, и не только еда, не только еда. На запах можно определить много чего. Дальше. Визуальная картинка. Оглядите пространство. Пространство вокруг. Даже если перед вами какая-нибудь стена, вот у меня тут такая просто, есть всегда что заметить, что воспринять, с чем повзаимодействовать. Обязательно посмотрите на объем вашего помещения, вверх-вниз, не только в одной плоскости, вверх-вниз, пол, стены, потолки, потолок. Если есть окна, можно посмотреть в окно. Вот в окне у меня
мансардное окно, видно небо, небо. И переключаемся на слух. Вот на этом этапе можно глаза прикрыть. Переключаемся на слух. Давайте лицо оставлять в таком полуулыбке, улыбка Будды, да? Полуулыбки такая не напряженная, а вот как такая приятная улыбочка и полузакрытые глаза, вот самые, то есть не закрываемые плотно, полузакрытые. Слушаем мой голос, слушаем, какие звуки есть внутри помещения, снаружи, какие они, как они происходят. Возникают, длятся, исчезают. А теперь переключимся и попробуем вот в таком же режиме понаблюдать мысли, мыслительный процесс. Вот они также могут в таком же варианте возникать мысли. Вот на своем где-то внутреннем экране восприятия. Возникают, длятся, исчезают. Возникают, длятся. Они, у кого-то это так, тырын-тырын-тырын. Такая частота. У кого-то уже или еще такое утреннее состояние, такое, еще вот мы проснулись. Важно утром не начать смотреть в телефоны и делать дела. Очень важно. Вы сразу начинаете повышать частоту вот, вибраций в голове, в различных ее участках, вместо того, чтобы побыть собой. Вот понаблюдайте мысли. И мы к плотному идем. Теперь плотное тело. Почувствуйте мышцы, кожу, кости, там, внутренние органы, сердцебиение, дыхание. То есть почувствуйте свое тело. Вот мы как бы по кускам опять разобрали это, да, все. Не все, конечно, но вот что-то мы разобрали. И как будто бы раздроблено это существует. А теперь соедините в одно целое, в одно единое целое, в одну систему, которая перетекает одно в другое. Восприятие внешних сигналов, внутренних, восприятие себя. То есть не куски какие-то, а вот что-то единое, которое одно без другого не существует. Мы не можем там сердце отдельно от печени рассматривать или осознавание, раз уж мы люди, от хаотичного думания. Или просмотра памятных значений. У нас часто мозг в основном он хочет экономить и нам выдает картинки и различные памятные значения. Вот я смотрю на дверь, я почему-то знаю, откуда-то я знаю, что это дверь. Ну, вот мне не надо объяснять, что это дверь. Это дверь. Вот, ну ладно, это чуть-чуть не отвлекся. Все, поехали. Вот с этим ощущением цельности себя давайте будем акцент делать на телесные ощущения, потому что мы начнем сейчас двигаться. А, двигаться мы с животика начнем. Давайте все-таки стоя. Стоя с животиком. Так, поправлю повыше. Кладем ручки на живот и начинаем круговые движения, приятные, по часовой стрелке, вот такие большие. Запускаем энергию
движение в животе. Гладим, приятно гладим. Чувствуем вот это касание ладошек. Хорошо. И теперь в пупок. Пупки остановились. И пупок вкручиваем в другую сторону, против часовой стрелочки. Так, пупочек вкручиваем против часовой. Хорошо. Убираем ладошки. Чувствуем вес тела. Помним параметры, основные моменты. Вес, позвоночник, опору, позвоночник, макушку. И весь день вспоминаем, что мы макушкой упираемся в небо и чувствуем землю, стабильность твердая. Вот ходим мы, сидим. И теперь вот этот вытянутый позвоночник, начинаем им дышать. Раскрываем ладошки и плечи. Вдох. Выдох. Дыхание. Начнем с дыхания позвоночника. Вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Дышим. Уджайи дыхание. Дыхание победителя. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ладошками съезжаем по ногам, коленям. Прогибаемся. Вдох. Антипрогиб. Выдох. Продолжаем дышать позвоночником. Вдох. Выдох. Таз подключаем. Шею. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь в бедра упираемся, в бедра ладошками и начинаем вытягиваться, отталкиваясь, выталкивая себя из таза. Дышим. Дышим и копчиком как бы упираемся назад, макушкой вперед. Хорошо. Чуть пересгибаем ноги, руки в стороны и вверх делаем вдох. Выдох вниз. Соединили ладошки. Круглая спина вверх пошла. Вдох. Скруглили. Выдох. Прогиб. Вдох. Выдох. Скруглили спину. Вдох. На всякий случай спрашиваю, у меня тут один ВКонтакте отключилось. Дайте кто-нибудь подойдите к телефону, рукой махните, если связь есть. Есть, да? Все, спасибо, продолжили. Что-то сегодня сбой у нас тут за городом. Хорошо. И теперь опускаемся вниз. Поднимаемся вверх, вдох. Дыхание уджайи. Выдох. Опускаемся вниз. Вверх, вдох. С круглой спиной поднимаемся. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Руки через стороны вверх. Оставляем тут. Ножки вместе. Выдох. Дыхание уджайи. На носочках потянулись. Вверх, вдох. Опускаемся на пятки. Выдох. Потянулись вверх. На носочках вдох. Макушка вверх, выдох, вниз. И еще вдох. Выдох, вниз. Мягкий прогиб. Вдох. Смотрим на пальчики. Выдох.
Ну да. Ой, да. Еще замедляемся и глубже вдох. Руки в стороны, разворачиваем ладошками вверх. Лопатки соединяем, вдох. Выдох. И еще раз соединяем лопатки, вытягиваем грудные мышцы, вдох, посмотрели вверх. И руки в стороны остаются. Выдох. Ноги ширина таза. Ручкой разворачиваем, вдох. Заворачиваем, выдох. Давайте головой не двигаем, только плечи, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая рука в одну сторону, левая в другую. Вдох. Выдох. Поменяли. Как полотенце выжимаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Стряхнули. Ручки. Сжимаем, разжимаем. Сжимаем. Полностью выпрямляем пальцы и в кулачок. Выпрямляем и в кулачок. Вверх. Руки вверх. Сжали, разжали, сжали, разжали. В стороны. Вниз. И сжали, разжали. Двигаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кистями работаем. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Полностью выпрямляем пальцы. Выдох. И еще выпрямляем пальцы. Вдох. Выдох. Стряхнули. Пальцы растопырили. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Покрутили. В одну сторону, в другую сторону. Теперь покрутили в локтях. В одну сторону, в другую сторону. Стряхнули. Почувствовали руки, плечи, шея. Начинаем такие движения, как кошка, как будто бы кошка лижет шерстку свою. Кото Яяма. 3, 4. Возвращаем голову назад и отсюда начинаем движение. Ага. Теперь киваем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Левое плечо. Раз. Лежим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Киваем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правая. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Киваем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Правое ухо вверх. Посмотрели вверх. Левое ухо вверх, посмотрели вверх. И начинаем менять. 2. Такие вращательные наклоны с вращением. 3. Восьмерки рисуем. 4. 5.
Шесть. Хорошо. Теперь еще раз наклонили голову, посмотрели вниз. Раз. Посмотрели вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо, почувствовали шею. Как изменяется, вот мы с шеей работаем, что у нас в голове, может быть, там зрение проясняется, еще что-то становится как чище эфир такой. Давайте, мы насыщаем, улучшаем кровеносную кровоток, улучшаем сообщение головы и тела. А сейчас крутим тазом в другую сторону. Так, теперь вот такая штука. Замок. Вывернули замок. И замочком начинаем круговые движения. Раз. Два. Вдох, выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Чувствуем мышцы в теле. Пять. И еще толкаем замок вверх. Шесть. Хорошо. Стряхнули все. На левую ножку встали, правую стопу, пальчики вверх, вниз, круговые движения в одну сторону, в другую сторону. Ага, носочек на себя, согнули колено, покрутили в одну сторону, в другую сторону. Хорошо. И давайте сразу же круговые движения в тазобедренном. Другую сторону. Хорошо. Почувствовали правую, левую ножку. Вот эти изменения. Вторая нога на себя, вот себя. Стопой двигаем. По кругу. Круговые движения пальцами ног. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Согнули колено. Покрутили в одну сторону. В другую сторону. Круговые движения в тазобедренном. Раз. Два. Три. 4, 5, 6. В другую сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Хорошо. Встряхнули ножки, постучали по ягодице, попробовали. Пробуем попасть в ягодицу. Хорошо. Почувствовали все тело. Животик. Возвращаемся к животику. Делаем через руки, руки через стороны вдох. Выдох. Кладем ладошки на бедра. И до выдоха и ложный вдох. Вдох. Выдох.
Выдох. Теперь ладошки на колени. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Теперь агнисарадхаути. Выдох. Можно стоя попробовать. Руки на колени, выдох. Вдох. Выдох. Тянули. Двигаем. Хорошо, вдох. Выдох. Сначала коврика встаем. Руки висят, ножки вместе. Макушкой упираемся в небо, ладони перед грудью. Сейчас в таком же режиме продолжаем, но уже двигаться более сложные вещи. Вдох, дыхание уджайи, выдох, дыхание уджайи. После выдоха пауза, втянутый живот. В случае наклона собаки головой вниз, там где возможно, я буду говорить. То есть вставляем пустую удияну. Давайте, руки через стороны вверх, вдох. Наклон, выдох. Втянули живот. Правой ногой отшагнули. Вдох. Ручку вверх. Выдох. Планка. В планке втянули живот. В планке вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Втянули живот. Вдох. Кобра. Выдох. Собака головой вниз. Втянули живот. Правой ногой вперед. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон. Втянули живот. Вдох. Руки вверх. Выдох. Ладошки на бедра, втянули живот. Вдох. Руки вверх. Выдох. Втянули живот. Левый назад. Вдох. Выдох. Планка. Втянули живот. Вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Левой ногой вперед. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Руки через стороны. Выдох. На бедра. Втянули. Хорошо. Все, отпустили, почувствовали изменения в теле. И теперь я уже не напоминаю про втянутый живот. Если получается, вставляем пустую удияну. Поехали. Вдох. Выдох. Наклон. Правая нога назад. Вдох. Выдох. Колено вниз. Вдох.
Выдох. Левой рукой ручку зацепили, вдох. Натянули. Выдох. На одно дыхание у нас асана. Отпустили. Теперь ладошки справа-слева. Вдох. Потянулись вперед. Опустились вниз. Выдох. Поднялись. Вдох. Теперь отодвинулись назад. Выдох. Носочек на себя. Потянулись вперед. Вдох. Хорошо. Выдох. И еще раз. Выпад. Колено. Да? Колено на полу. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Правая рука вниз. В пол. Вдох. Потянули левую. Выдох. Поменяли руки. Левая на полу. Правая вверх. Вдох. Потянули. Как получается, рука может висеть. Выдох. Теперь ручки вверх, вдох. И назад. Пробуем в прогиб уйти пальцами. Выдох в пол. Выдох. Хорошо. Отшагнули. Вдох. Выдох. Здесь выдохнули. Втянули живот. На носочках поднялись. Вдох. Через пальцы перекатились, выдох. Круглая спина, вдох. Через пальцы перекатились, выдох. Хорошо. Правая нога вперед. Вдох. Выдох, наклон. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох на бедрышки. Втянули. Чем больше пустых удеянь сделаем, тем лучше. То есть желательно, вот мы когда марафон делали, прямо вот раз 100 втянуть живот за утреннюю гимнастику. Вверх, вдох. Наклон, выдох. Левая нога назад, вдох. Опускаемся вниз, ладошками выдох, втягиваем живот, колено вниз, вдох, выдох, потянулись правой рукой за ножку, вдох, натянули, выдох, получили приятные оттуда сигналы, ощущения, ладошки справа-слева вдох. Колено чуть в сторону, правое. Выдох вниз. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Теперь отодвигаем таз назад. Ножку выпрямили переднюю. Вдох. Выдох. Еще новые сигналы. У нас очень большой поток идет от каждого движения. Вдох. Отшагиваем. Давайте в планку. Выдох. В планке вдох. 5 планок давно не делали. Выдох. 2 вдох. Давайте по 7 дыханий. Выдох. 3 вдох. Выдох. 4 вдох. Выдох. 5, вдох, выдох, 6, вдох, пяточками в одну сторону потянулись, макушкой в другую, и 7, вдох, молодцы, выдох, на правой руке, левая рука за головой, вдох, держим, выдох, в статике, левую ножку можно вверх поднять, вдох, выдох, 3, вдох, выдох, 4, вдох, выдох, 5, вдох, давайте, здесь 5 дыханий достаточно, выдох, на левую ладошку, вдох,
Выдох. Ногу можно приподнять. Вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Теперь у нас обратная планка. Развернулись. Развернулись, встали пальцами вперед, толкнули таз вперед, вверх, вдох. Смотрим вверх, выдох. Носочками потянулись вперед, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Четыре, вдох. Выдох. Пять, вдох. Выдох. Встаем обратно, пальцами вперед. Сгибаем локти, вдох, выдох, еще 4 дыхания, вдох, выдох, 5 вдох, ой, 3 вдох, коленочки могут быть в пол, выдох, 4 вдох, выдох, 5 вдох, отпустили, расслабились, легли, восстанавливаем дыхание. Голову на бок. Три глубоких вдоха-выдоха. Голову в другую сторону. Ладони под плечи, ребрышки вытянули, ножки в пол упираем, руки справа-слева, вдох, выдох, вдох, тазом толкаем пол, ягодицы сильные, выдох, выдох, вдох, выдох, руки вверх, ноги вверх, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, руки назад, ножки согнули, зацепили, колени вверх, голова вниз, вдох, выдох, посмотрели вверх, вдох, посмотрели вниз, выдох, вдох, выдох, хорошо, ладошки под плечи, встаем. Собака головой вниз. Три втягивания живота. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. На носочках вдох. Таз справа. Выдох. На носочках поднялись. Вдох. Таз слева опустили. Выдох. Хорошо. Вдох. Пяточки вниз. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Колено вперед. Выдох. Поза голубя. Вдох. Колено чуть в сторону смотрит. Выдох, опускаемся вниз. Вверх, вдох. Выдох. Опускаемся вниз. Вверх, вдох. Пробуем ногу на еще на вот, почти 90 градусов сделать. Вдох, выдох. Почувствовали разворот, проворот в тазобедренном. И теперь у нас на руках поднимаемся, ножку вперед вытягиваем и пробуем хануманасана. Вытянуть переднюю ногу. Вдох, выдох. Повисли на весе тела на своем и улыбнулись всем ощущениям, всему потоку вот этих
приятных ощущений. Хорошо. Ладошки перед собой ставим. Ножку через сторону назад. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Колено вперед положили между ладоней. Выдох. Вытянулись. Вдох. Опустили живот вниз, выдох. Поднялись, вдох. Опустились, выдох. Поднялись. Ножку вытащили. Ну, увеличили угол по возможности. Почувствовали, что меняется вот в тазобедренном суставе. Каждый может в своем находиться, может на руках вот так висеть, но мы идем дальше. Можно приподняться на руках, ножку вытянуть вперед и попробовать руками, вот контролируя руками. То есть у кого-то это будет, ну, совсем верхняя такая позиция, ничего страшного. Мы растяжка тут не важна в данном положении. Важно почувствовать максимальный свой вытянутый приятный вариант исполнения. Приятный. Ключевое слово приятный. Давайте ручки перед собой отодвинули и сели. Садимся на копчик. Ножки. Вдох. Выдох. Вдох. Вытянули. Выдох. Вдох. Держим. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Нижняя. Вдох. Верхнее положение, выдох. Нижнее, поясницу в пол. Поясницу наверх. Поясницу в пол. Поясницу наверх. Внизу остались, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тянемся вперед, вдох. Ножки опустили. Ладони возле таза. Опустились. Ноги вверх, голова вверх, вдох, выдох, еще раз, вдох, голова вверх, выдох, еще раз, вдох, выдох. Теперь можно попробовать в следующий раз ноги за голову, вдох, и возвращаем на место, выдох. Руки могут быть за головой. Вдох. Опускаем на место. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Остались в халасане. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Сели. Сели. С прямой спиной. Восстанавливаем дыхание. Делаем глубокий вдох. Длинный выдох. Вот, время у нас уже все. Я хочу еще глаза подготовить к дню, то есть к тому, что у нас будет куча воспринимаемой информации, в том числе через гаджеты. Давайте глазами подвигаем по горизонтали, по горизонту вправо-влево. Почувствуйте, что при этом происходит.
Можно глаза прикрыть, можно открыть, вправо-влево. Вверх-вниз. По диагонали. Другая сторона, диагональ. Хорошо, и по кругу, круговые движения. Другую сторону. Хорошо, поморгали. Зажмурились. И все, отпустили. Можно глаза прикрыть. Почувствовать область вокруг глаз, область внутри головы. Вот, трем ладошки. И височки. Натираем височки. Лоб, затылок, виски, уши, затылок, шею. И себя вот таким захватом за шею хватаем и оттягиваем шею. Оттягиваем шею. Оттягиваем, оттягиваем, так, чтобы она горячая стала. Это вот укус лошади или укус коровы в тайском массаже. Хорошо, теперь себя под затылочные бугры взяли, потянули вверх. Ага, хорошо. И уходим в тишину, представляем свой день. И свои приятные ощущения распространяем на текущий день, текущую неделю. Наполняем, давайте вот ладошку одну на грудную клетку, одну на живот. И из грудной клетки произносим, вот как бы сердцем, свои пожелания на день, на неделю. То, что я писал, вот утром не напомнил, но надеюсь, все это сейчас вспомнят свою санкальпу, формулу твердой решимости. Это может быть все, что угодно. От банального «хочу», ну, не банального, «хочу быть спокойным, уравновешенным и, ну, скажем, с ясным сознанием», или легкость и радость, до решения каких-то конкретных задач. Хочу, чтобы вот эта энергия пошла туда или туда. Вот как мы с намерениями, с изобилием вот эти аффирмации говорили, можно какую-то аффирмацию. Хорошо. Включились в день, ладошки перед грудью, поблагодарили себя, поблагодарили все окружение свое за такие возможности, предоставляемые, весь мир,
наполняем пространство благодарностью. И кому нужно, и у кого есть время, можно полежать. Я закончил. Спасибо. Сегодняшняя гимнастика йогов завершена. Надеюсь, в ресурсе будет весь день. Да, ручки мне поднимите, кто был на связи, я увижу, что все хорошо. Все, до связи. До завтра.